герои славной Родины, Отечества, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая Отчизна, любимая страна, вас высший смысл жизни навеки нам дана. Слава героям российской армии, МВД, ФСБ, Росгвардии России лучшей в мире, десантники России лучшей в мире. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин, мы Нестеров Метлицкий, Владимир Владимирович, поздравляем вас, вы наши герои, восхищаемся вашим бессмертным подвигом. Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрые слова, все высшие награды, ордена, медали, всех стран, всех континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, высшие наградные ордена, единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей, Владимира Первокрестителя и Святой Руси, Дмитрия Донского, маршала Жукова. Святого князя Владимира, Первокрестителя и Святого Равноапостольного, Красного Солнышка князя Владимира, Великого князя Владимира, Всевышние награды, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира Первокрестителя Святой Руси, равноапостольного великого князя Владимира, Красное Солнышко. Красное Солнышко, архистратига Архангела Михаила, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых князей Владимира, Первокрестителя Святой Руси, герои нашей Родины, восхищаемся вашим бессмертным подвигом, поздравляем вас с Днем Героев ВДВ, с Днем Пророка Божьего, разрешите вам цветы подарить, будьте уверены. Спасибо, восхищаемся вами. Спасибо. Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрых слова. Спасибо. Очень просим вас, да, вот, Чепутин, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Праздник. Праздник. Прекрасно. Разрешите вашу героическую руку пожать. Спасибо. Слава героям ВДВ, никто кроме нас. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право. Вот они, наши журналисты, лучшие в мире. Поздравляем вас. Герои нашей Родины, Отечества, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая Отчизна, любимая страна, вас выше смысл жизни навеки нам дана. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Владимирович Путин, мы Нестеров Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ревна, Елена Петровна, Ульяна Максимовна, Иван Максимович, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриевна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна, Стрелла Антонсимовна Владимировна, мы поздравляем вас и ваших родных и близких самым прекрасным, замечательным праздником, с Днем Героев ВДВ, с Днем Пророка Божия Ильи на улице Ильинка и на Красной площади. И очень просим вас, уважаемые, мы Нестеров Метлицкий, со всеми героями-десантниками, героями армии, МВД, ФСБ, полиции, Национальной гвардии, Росгвардии России, со всеми моряками, десантниками, со всем священством, наше священство лучшее в мире. Мы очень просим вас, уважаемый Владимир Путин, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 великая победа России на века. Поздравляем вас, уважаемый господина президента России, верховного командующего вооруженными силами России Владимира Владимировича Путина, с выдающейся исторической, триумфальной, самой лучшей в мире победой на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина и с выдающейся исторической, самой лучшей в мире победой героев ВДВ, спецоперации, армии России, Луганска, Донбасса, армии, МВД, ФСБ, полиции, Национальной гвардии России, летчики, космонавты, разведчики, танкисты, артиллеристы, десантники России, никто кроме нас, моряки, все участники грандиозного парада военно-морского флота в Санкт-Петербурге поддержали, и все участники, герои, легендарные герои, наши десантники ВДВ на Красной площади Пророка Божия Ильи, и мы, Нестеров Метлицкий, мы все поддержали выдающуюся историческую, триумфальную священство, наше лучшее священство, все благословили
инициативу несеров Метлицких, 80-60 Патриарх Московский Сиарчий Кирилл прекрасно благословил инициативу несеров Метлицких, историческую инициативу нашу. Все десантники поддержали, моряки поддержали, участники самого лучшего в мире парада военно-морского флота в Санкт-Петербурге, парада Великой Победы на Красной площади, бессмертного полка, ветераны, победители бессмертного полка, все, и мы, несеры Метлицкие, мы все поддержали самую лучшую в мире инициативу, выдающуюся историческую нашу инициативу несеров Метлицких о выдвижении на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. И мы, несеры Метлицкие, со всеми нашими героями, армии, МВД, ФСБ, самыми лучшими в мире, непобедимыми, легендарными, самыми мужественными, красивыми, сильными, умными, талантливыми, героическими, мы со всем личным составом нашей доблестной непобедимой армии, с господином Шойгу Сергеем Кузьмедовичем, Герасимовым, Евкуровым, Сердюковым, Маргеловым, Данильченко, Востротиным, Калмыковым Александром Петровичем, очень просим вас на экзамене господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Наш Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Владимир Путин. Мы, несеры Метлицкие, очень просим вас, уважаемый господин президент России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина, избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. И все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, слава и честь России, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, за единство, веру, славу России, высшие наградные грамоты имени святых людей, равнопосленного первокрестителя Святой Руси, Красное Солнышко великого князя Владимира, святого Архангела Михаила, героев ВДВ на Красной площади, все высшие награды, ордена, медали всех стран, континентов, России, Америки, Европы, Юга, Севера, Запада, Востока, Израиля, Египта. Батюшка, благословите ваше святое благословение на победу на выборах президента России 2024 года Владимира Путина и героя спецоперации. Батюшка, благословите, будьте любезны, ваше святое благословение. Спасибо, восхищаемся вами. Наша Россия, наша Россия, ваша сила, правая честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Россия, ты не сила, высочайшая звезда. Россия, ты все силы, во всем везде всегда. На небосклоне много, Россия, ты яркий звезд. Единый район революционных исторических и настоящих принципальных победы на выборах президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правая честь, ура, ура, ура. Великая победа России на века.